Откровенный разговор о проблемах. Губернатор Станислав Воскресенский встретился с предпринимателями, которые относительно недавно начали свой бизнес. Только в 2019 году было зарегистрировано более 2000 новых предприятий малого и среднего бизнеса. Задача власти – помочь новичкам сделать первые шаги в собственном деле. Именно с этой целью создан центр «Мой бизнес». Первая неделя работы центра показывает, что нескольким предпринимателям удалось решить по проблемам по подключениям к сетям. Часть предпринимателей получила гарантии, помогли в мерах поддержки по льготным кредитованиям по линии банка малого и среднего бизнеса. В общем, вот такое место. Кроме того, мы регулярно здесь будем проводить встречи с успешными предпринимателями не только нашей Ивановской области, но и всей России, которые бы делились своим опытом. Я думаю, что это всем будет интересно. Проблемы, с которыми сталкиваются начинающие предприниматели, во многом схожи. Это сложности с получением средств на развитие дела, трудности с поиском подходящих помещений для расширения производства, вопросы льготного кредитования. Хотел сегодня поговорить о проблеме привлечения финансирования для стартапов, потому что мы столкнулись с этим полтора года назад. Несмотря на то, что я в бизнесе там 25 лет, но когда надо было запустить стартап, нужно было там процентов 30 финансирования просто привлечь, остальное было свое. Все равно банки нам отказали все по кругу. То есть думаю, что за полтора года ситуация в корне не поменялась. Если говорить об объемах господдержки субъектов среднего и малого предпринимательства, то в текущем году на эти цели запланировано 207 миллионов рублей. Причем объем поддержки из федерального бюджета вырос почти в 5 раз по сравнению с предыдущим годом. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.